ребята, вы на канале Топ Дешов. Ребята, хочу вам порекомендовать вам один очень интересный канал Топ Дешов. Парню всего 9 лет, но он уже делает очень крутые эксперименты, собирает лего, тестирует классную технику и рассказывает о своих путешествиях. Вам будет интересно, обязательно подписывайся, загляни по ссылочке в описании, ну и напиши под любым его видосом, что ты от Холдика. Ссылка в описании. Привет, друзья, это мой новый проект, кто не в курсе, он уже на пятой арене. Сейчас я буду открывать сундук, который находится у нас в магазине за 5 баксов. Это, так понимаю, за Долина Чар, то есть за пятую арену. Но здесь нету 100% вероятности, что выпадет лего, но тем не менее шанс здесь есть. И лего может выпасть. Поставьте лайк, чтобы это случилось, я буду безумно благодарен, если много лайков наберем. Также хочу извиниться перед вами, кто вчера ждал стрим, но так случилось, ребят. Я пост у себя на стенке разместил, что у меня не получилось вчера провести стрим. Поэтому жду вас сегодня. Сегодня я буду апать Хабиба, думаю, на 7-ю прям арену. Будет долгий стрим, надеюсь, вам понравится. Возможно, в процессе самого стрима буду еще закидывать гемы, открывать сундуки. Короче, ребята, вечером сегодня где-то в 9, возможно, в 10 по МСК я вас жду, не пропустите. Может быть, даже раньше. Нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на канал. Значит, по поводу колоды, честно, надо уже разобраться и надо что-то уже придумать, потому что... У меня есть бомбер, у меня есть пека. Можно что-то с этим уже. Я вот не знаю, пека второго уровня лучше, чем гигант четвертого. Вот хер знает. Просто гигант, он сразу на вышку идет, а пеку очень легко, как по мне, дефать там всякими армией скелетами. Короче, не знаю, но в принципе можно попробовать. Я кое-что придумал сейчас, и давайте сначала задонатим, получим, возможно, новую легендарку. Ну, с вас, пожалуйста, лайк прожмите, я вас очень прошу. Поехали, 5 бачей. Пуф, улетают мои 5 долларов суперселлом в карманчик, а мне дают взамен сундук. 3400 разряд. Но всего лишь на второй уровень. Ну, разряд — это крутая карта на таких кубках. Прям шикарно. Я думаю, что я его возьму. Так, гоблины, гоблины-копейщики, мини-пека, блин. Жаль, что мини-пека. А, тут же не драфт, это не без выбора карт. Ой, кстати, я забыл сделать, хочу сделать скриншот. Открытие этого сундука. Итак, ай-яй-яй, нету легендарки. Хотя, ну, не знаю, я честно рассчитывал на нее. Заморозка, блин, ой-ой-ой, как ее много выпало. Я не знаю, друзья, заморозка. Ну, давайте, окей. Я думаю, что эпические карты, все-таки это эпические карты. Блин, как логично, да? Я думаю, что стоит попробовать. И знаете, что я хочу? Мне вот кажется, что вместо охотника нам понадобится сейчас бомбер. Вот правда, вот правда. Единственное, что будет, это против шарика. Непоняточки какие-то. Или, о, я 4-й уровень при этом прокачиваем. Или знаете как? Знаете что? Знаете как? Знаете что? А вот сейчас покажу, что и как. Делаем вот так. Я не знаю, хватит мне золота прокачать заморозку. Ё-моё. Ну почему именно заморозка? Вы посмотрите, на 9 уровень я ее могу прокачать. Ну почему именно заморозка? Если бы это был шарик 9 уровня, я думаю... Ой, я уже 5 уровень. Лол. Сейчас я тут перебрал маленько. Так, ну и фриз. Ой, ну и бомбера вместо... Ой, вместо чего, не знаю, вместо валькирии, наверное, друзья, вместо валькирии. Вот, валька, крутая карта. Не, хотя, стоп, валька, блин, нужна, ну вместо чего? Все эпическое, все, вместо разряда. Не, вместо, хотя, да я не знаю, вместо охотника, наверное, или нет. Ладно, давайте попробуем, пока непонятно. Стоп, 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 а, все, теперь поехали. Пока непонятно с колодой. Честно, не тот эпик, который я ожидал, выпал. Но все равно фриз 9 уровня это будет что-то сейчас по-мощному, я думаю. Блин, а радости-то сколько, знаете? Вот приятно, когда пополняешь там... О, голем. Вот, ну, сейчас против голема сыгранем, сыгранем. Так, охотник. Ну, охотник у меня на минималках. То есть он минимального уровня, поэтому от фаербола, может быть, он и умрет, хотя хрен знает. Так, давайте здесь армию скелетов. Блин, охотник помер, помер охотник. Ну давайте пека. Пека у меня 7 уровня, должен расчехлять, неплохо причем. Вот, а, еще, вот бы дракончик еще выпал бы. Потому что я вот заметил, что мне нечем контрить дракона, нечем контрить вот это шарик. А вот если бы выпал дракон вместо фриза, было бы куда полезней. Но мне выпал фриз. Блин, смотрите, сносят вышку. Так, ладно. Сейчас сделаем комбинацию фриз плюс бочка, если ему нечем будет ее контрить. Итак, готовим фриз. Готовим фриз. Давай. Оп, и фризим. Ну, в принципе, да, классно.
Но, а если бы у него были стрелы, такая бы атака не прошла. Но в этом плане Фриз затащил. Но я думаю, что прикольно, все равно я буду его использовать пока что. Но колода пока что, которую я запланировал, еще не собралась, поэтому будем потихонечку... Она соберется, когда уже буду на 7-8 арене, потому что Коргик будет с 8 арены, Минипек уже выбил, Лучницу уже выбил, Фаербол уже есть, осталось выбить Печку, Вышибалу осталось, а Вышибала аж с 8 арены, поэтому не факт, что... Хотел сказать, не факт, что я выбью. Ай, забейте. Я когда... Смотрю вот на арену, да, так, думаю, что выкинуть, чем задефаться, и одновременно думаю, что хотел сказать, и у меня путаются мысли, поэтому я торможу очень сильно, ребят, я вот заметил. Так, ну что, я думаю, на три короны, думаю, попробуем, да? У меня сейчас ведьма, у меня есть фриз, сейчас будет бомбер, это он зря, сейчас будет армия скелетов, ну, мы готовим разряд, вторая пека пошла, смотрите. Ай, блин, бомбер сдох. Ну, давай армию скелетов. Давай армию скелетов. Смотрите, вот такой вот разряд. Такой вот охотник сейчас пойдет. Ну, давай, блин, yes. Я думал, сдохнет... это как ее? Ведьма? Так, ну и ждем какого-то юнита и выбрасываю фриз. Вот он, фриз, бац. В принципе, да. Все равно на этих кубках еще фриз тащит, неплохо. Но дальше, конечно, лучше бы... Пойзен, вот пойзен бы... Ай, да блин, сколько эпиков! Любой эпик, мне кажется, был бы лучше, чем фриз. Вот не знаю. Что-то мне так кажется. Ну давайте посмотрим. С эпических карт... Ну вот, да, пойзен бы идеально зашел бы. Ну молния так себе, согласен. Молния не лучше фриза. Тут плюс-минус, хотя... Не, на таких кубках молния не тащит. Тут много мусора, тут сплэш тащит. Молния это не сплэш. Шарик бы, ну гигскелет, наверное, тоже не очень, я люблю его. Да вот да, все что угодно, кроме... Ладно, я не ною, поехали дальше, еще парочку каток сделаем. Я думаю, что сегодня будет интересно на стриме. Посмотрим, как я теперь с этой колодой буду двигать. Но я думаю, что с этой будет колодой попроще однозначно, но опять же до поры до времени. Так, я думаю, что впритык ему поставим охотника, прям в харю. Да как вы достали со своими... драконами. Правда, достали. Это жирный, блин, юнит. Сплэш дамаг, блин, его реально трудно контрить. Так, проверочка сейчас на стрелы. Оу, сейчас бы выбрасывать орду миньонов на ведьму. Вот они, стрелы, шикарно. И чекайте, чекайте. Сейчас будет жарко. Оп. Итак, оп, и все. И минус вышка. Не, ну, на лоха, конечно, с фризом классно играть. Это лучшая Тесла, которую я видел. Так, ну что ж, минус... Да, 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 безусловно, эпики тащат. Неважно какие. Да, фриз, конечно, не лучше. Хотя, хрен знает. Не, 100% я уверен, что Poison бы, или Шарик, или Дракон, да тот же Принц, было бы получше фриза. Но опять же, хрен с ним. Так, ладно, я думаю, что... Не, на... Или, да давайте на три короны, блин, это, блин, пятая арена. Вот, смотрите, он выбрасывает ракету просто так. 6 эликсира слил парень. Все, ставим ведьму. Чем он контрил? Ордой миньонов контрил. Армии скелетов я не видел. Колдуна он слил. Блин, а что у него, только 4 карты в деке? А, вот, а, дракон, я забыл за него. Которого я вечно ною трудно контрить. Ну, давайте охотником его законтрим. Хотя, почему мне его нечем контрить? Есть охотник, да, в принципе. Разряд... Ой, почему-то не по всем миньонам попал. Но выжила, выжила ведьма. Забрасываем бочку. Стрелы должны быть, но я сомневаюсь, что его стрелы спасут. Еще одна победа нам в копилку или куда, я не знаю. Нам в лог сражений, нам в журнал, куда угодно. Так, плюс 30 кубков. И добиваем краун чест. Блин, я очень рассчитываю, что какая-то новая карта выпадет. Поехали. Вот чем мне нравится играть на новых аккаунтах, что... Ты получаешь новые карты, новые эмоции. Хотя оно то же самое, что уже было и ранее, но все равно. Опа, орда миньонов, ну круто. Жаль, что первого уровня, миньончики, отлично. Стрелы можем прокачать и валькирию можем прокачать. Прекрасно, когда я вот помню те чувства, когда я вот на холдика, когда только его прокачивал, выбивал новые карты. И мне хотелось и эту карту взять в деку, и эту хотелось, и другую хотелось. Блин, и все мне хотелось, и тогда я помню, был только один слот, по-моему, колоды. Если я не ошибаюсь. Или три было сразу. По-моему, один был слот колоды.
Я уже запутался, много было обновлений. Так, неплохая бочка с варваром, но у меня армия скелетов есть еще. Так. На пеку немножко эликсира не хватает. Но, в принципе, можно сделать, я думаю, немножечко иначе. Заодно проверим на стрелы. Если стрел нету, сразу латаем фризом. Латаем фризом. И, смотрите, я прям успел кинуть фриз, что гоблин не сдох первый. Тут бы, если по разряд, конечно, я был бы немножко внимательней, то, думаю, урона бы больше нанес. Так, ну что, слева вышку мы забрали. Опять этот дракон, как он меня бесит. Давайте, да, охотника будем дефать дракона. Блин, как же круто, когда у тебя есть эпики. Реально, пека... Пека это хорошая тут подушка безопасности для на таких кубках. Потому что дефаться, тут только дефаться, я не знаю. Единственный выход, если у вас плохая прокачка, только играть от дефа. Это единственный выход, потому что, ну, у соперников лютая прокачка, лютые карты. Так, фризим. Отлично, ай, миньончики. Ну ничего, урон какой-то мы нанесем. Так, тут мы сейчас используем разряд. Оп, не по всем скелетам, но так было и задумано. Я, чтобы там по миньончикам немножко нанести урон. Ну и прекрасно, остается 1000 хп. Я думаю, что я тут трешку заберу. Как вы думаете, заберу 3 короны? Блять, этот дракон меня просто преследует. Он его в соло выбрасывает, потому что он знает, что он дохера урона нанесет. Но я его дефать, естественно, не буду. Задрался я тратить на него эликсир лишний. Пускай наносит урон. Мы его сейчас будем трощить на 3 короны. Так, мушкетерка. Ну, он тебе не поможет, мушкетер. Ой, брат, все, ты поплыл. Ой-ой-ой, что я делаю? Нет, тут поплыл я. Так, ладно, но у меня еще есть на подстраховку бомбер. На этого принца у меня есть армия скелетов. Черт, а я про это забыл, что у него миньоны еще. Так, охотник за головами, блин. Так. Я думаю, что можно кинуть гоблинскую бочку и зафризить. Оп, вот так. Клац. Ах ты ж, гаденыш такой, задефался. Так, ну... Я думаю, что он не заберет мою вышку, но я тоже справа, не, я сомневаюсь, что я успею забрать. Здесь давайте бомбер и закидываем гоблинскую бочку еще раз, попытка номер 2. Так, ну что, будет варварская бочка? Ах ты ж, блин, не-не-не-не, вышку не отдам, потому что не хочу, я жадный. Хотя мог бы отдать, мог бы и забрать, но я жадный, все, не хочу. Давайте попробуем на лоха, я так никогда не делал с ведьмой, так нельзя вообще делать с ведьмой. Ой, что я делаю вообще? Ладно, победа, неважно. Просто я так усердно пытался добить вышку. Кстати, у меня уже 5-й уровень. Хотел обратить внимание на то, что он 7-й, а потом вспомнил, а, я ж 5-й. Никаких проблем нет. Ну что, 1500 кубков. До новой арены нам осталось 200 трофеев. Ну, в общем, продолжим на стриме, подписывайтесь, сегодня еще один будет ролик, я вам обещал, да, создать клан, где будем обмениваться легами, надеюсь, я успею сегодня записать, спасибо вам за просмотр, подписывайтесь, лайки, и до новых встреч, скоро увидимся, пока, друзья!